Привет, меня зовут Жека Тратил. В этом выпуске мы поговорим про варежки компании HIT. Модель HIT 2 Автодор Pro. Чем примечательны эти варежки? Вставки из натуральной кожи, что будет удобно как для спасателей, которые работают с радиостанциями, либо со снаряжением, для лыжников, туристов, либо операторов телекамер. Варежки, собственно говоря, транспортируются в перчатке. Имеются специальные заклепки, которые фиксируют, пальцы остаются свободными. То есть, что позволяет выполнять манипуляции руками более точно. Сохраняется моторика пальцев. Манжет достаточно эластичный, что позволяет удерживать тепло и не позволяет посторонним предметам, грязи и снегу попадать вовнутрь. Также в самой конструкции предусмотрен специальный карман для химической грелки, который мы, собственно, с вами сейчас и опробуем. Грелка вставляется в карман. Разравнивается, фиксируется. Затем одевается на руку. Не мешает движению, не сковывает движение. В то же время прошло около минуты, грелка начинает работать. Держит тепло, не пропускает воду. На этом все. До свидания. Замечания, пожелания, пишите в комментариях.